12-е свято-тихоновские чтения открылись литургией. Ее провел митрополит Липецкий и Задонский Никон. Форум вновь объединил церковь и общество, студентов, ученых, представителей власти, писателей. В течение 3 дней они будут говорить о православии, обсуждать возрождение и укрепление православных традиций, русской культуры и духовно-нравственного образования. Все то, что написано, все то, что представлено участниками этих чтений, и я думаю, что это очень будет полезно и не только людям, но и молодежи, которые сейчас также приходят к вере и к святителю Тихону. С каждым годом свято-тихоновские чтения собирают все больше студентов вузов. Для них организуют круглые столы с участием священнослужителей. Спектр тем довольно обширный – социология, медицина, культура. Для нас это прежде всего возможность узнать, может быть, даже про себя что-то новое, потому что такая тема, которая, ну, касается каждого человека. И это очень интересно. По крайней мере, для меня это действительно интересно, как возможность что-то для себя открыть новое. Участники чтений посетят часовню Силуана Афонского в селе Шовское Лебедянского района. В этом году верующие отмечают 150-летний юбилей со дня рождения святого. После чего форум сделает остановку в Богородицком мужском монастыре. В субботу мы все выезжаем, все участники образовательных чтений в Задонск. Там будет общий молебен, общая трапеза. Это тоже то, что нас будет объединять. С каждым годом расширяется география участников. Курск, Рязань, Тула, Москва, Петербург. Ученые и верующие из Украины, Белоруссии и Болгарии приезжают в Липецкую область, чтобы посетить святые места и поделиться актуальными знаниями с единомышленниками. Буду внимательно слушать сегодня коллег. Ну и сам хочу сегодня рассказать об старце Силуане, потому что вот на Афон езжу практически каждый год, уже более 15 лет, и прошел, можно сказать, все места, которые так или иначе связаны с житием старца Силуана, нашего земляка. По итогам свято-тихоновских чтений будет издан сборник. В него войдут лучшие научные работы, которые представят профессоры, священнослужители и учащиеся вузов. Дмитрий Курмаков, Роман Авраменко, «Липецкое время».